Ой, как же я сегодня умаялась, набегалась. Мы с подружками решили походить по заброшенным местам. Мама, конечно, ничего об этом не знает. Но у нас есть тут заброшенная гостиница, и мы там играли в прятки. Ой, какой же все-таки насыщенный день был. Оставлю пока туфельки здесь, а сама лягу спать, умоюсь завтра. Поиграй со мной. Вставай. Идем. 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 Стой, подожди. Зайка, куда идем? Откуда ты? Ты сама скоро все поймешь. Идем. 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 Иду. Советую надеть тебе обувь. Обувь. Ну все, я надела обувь. Теперь куда идти, зайка? Идем за приключениями. Вперед, вперед. Что такое? Почему мы остановились? Идем, идем. Ну куда мы пойдем? Я же не знаю, куда ты меня ведешь. Какие приключения? Поверь, мой друг, тебе понравится. Идем, Нина, вперед. А это безопасно? Ты мне обещаешь, что ничего не случится? Да, обещаю. Тебе нужно перейти через этот мост. Я должна прыгнуть туда, но там такая высота, мне страшно. Ничего не нужно бояться, ты со мной, ты в безопасности. Мы друзья, друзья, ходить по заброшенным местам, мы любить ходить. Но я хожу по заброшенным местам только с подружками, а тебя я совсем не знаю. И я чувствую, что я здесь будто бы одна и совсем не в безопасности. Ты со мной, ничего не бойся, прыгай на мост. Ах, так и быть, поверю тебе. Прыгну. Вот видишь, и совсем не страшно, бояться нечего. Неправда. Я очень боюсь. Этот мост, ой, сильно шаткий. Я могу упасть. Не бойся, ты со мной. Я тебя спасу. Прыгай с моста. Прыгай. Ну он такой шаткий, мне страшно. Прыгай,
не бойся. Ой, а что это такое? Ой, как мягко, здорово. Я обещала, что тебе понравится, с зайкой весело. Ой, как классно! Какой-то шарик пушистый, я как будто на полянке лежу. Ты должна теперь сравнить, что лучше, те места, по которым ты ходишь с подружками, или такой вот красивый пейзаж, пейзаж. Зойка, ну само собой мне больше вот такая атмосфера нравится. Знаешь, с чем ассоциируется? С травкой, как будто я лежу на лужайке, расслабленно. А когда мы с подружками сегодня играли, я прям вся в напряжении была. Очень боялась, честно тебе сказать. Тем более про эту гостиницу очень большое количество всяких легенд ходит. А призраках, поэтому мне было страшно. Так, запомни теперь, мой друг, чтобы было тебе спокойнее и не снились странные сны, никогда не ходи по таким опасным местам, где может в любой момент произойти разрушение здания. Это опасно, опасно для жизни. Хорошо, зайка. Зайка? Ой, так это был сон. Ой, как жалко. Ой, такая травка приснилась. Сегодня обязательно попрошу маму сходить со мной на прогулку в лес.